есть у нас Макс, приехал на модернизацию. Будем делать так, чтобы этот Макс ездил далеко и долго. Будет собираться в деку батарейка. Убираем штатный блок питания. Сдвигаем контроллер максимально назад. И собираем сборку на элементах 2170. 10S8P и емкость будет 38 400 мАч. Плюс к этому будет установлена дополнительная батарея на 15 000 мАч. Стандартная батарея Макса будет использована в качестве дополнительной и перемещена на руль. Но поскольку она не помещается в обычную сумку, ее пришлось пересобрать в более компактное исполнение. Сложная и слишком умная родная BMS Макса была заменена на более простую, а родная будет использована в основном аккумуляторе. После тщательной промерки и подгонки пространства под батарею приступаем к сборке основной АКБ. Она будет собрана из элементов 2170 по схеме 10S8P. Это максимальная сборка, которую можно уместить в деку Макса без серьезных вмешательств в конструкцию. В качестве BMS будет использована родная BMS Макса. Она прекрасно работает с элементами 2170 и никаких проблем с этим нет. Как именно собиралась батарея и какие техпроцессы были соблюдены, я рассказывать не буду, так как мы в этом еще не эксперты и только учимся. Закупаем оборудование, проходим обучение и всячески в этом совершенствуемся. На данный момент мы не принимаем заказы на сборку батареек. Но к концу мая 2021 года мы подготовим все оборудование и наши специалисты будут максимально компетентны в вопросах работы с аккумуляторами. Данное видео – это промежуточный этап обучения. Макс официально закончен. Долго мы ждали батарейки. Вот они приехали. Все. Собран на элементах 2170. Основная батарейка в деке на 35 000 мАч. Дополнительная батарейка в сумке, родная максовская, на 15. Суммарно получается 50 000 мАч. Макс на родной батарейке проезжает в районе 40-45 километров. Сейчас на этой сборке емкость увеличена в 3,6 раза, и Макс сможет проехать около 150 километров, даже, может быть, больше. Это можно полтора круга по МКАДу сделать со скоростью 30 километров в час, но можно. Батарейка в деку поместилась тютелька в тютельку. Больше туда ничего не поместится. Максимально сдвинули контроллер назад, прикрутили его, поставили батарейку. Туда больше ничего не влезет. Это самая большая конфигурация батарейки, которую можно запихнуть в деку самоката. И она там получилась, по-моему, даже не 35, а 38 тысяч. Поэтому это такой конфиг. Да, естественно, в сумку можно еще одну такую же батарейку запихать. Но тогда бюджет будет кратно больше. И зачем тебе 200 километров на самокате ездить? Сумка закреплена хорошо, держится. Все. Едет. Все проверено. Все проверено, все протестировано. Батарейка тестировалась. И только после теста она была установлена.